Посадить активистку Зинаиду Мухортову в психиатрическую больницу или отпустить на свободу, решает судья Балхашского городского суда Майра Ибрагимова. Накануне необычное заседание проходило прямо в здании Балхашского психоневрологического диспансера. Трудовое законодательство здесь по всем признакам тоже не работает, как в нормальном государстве. Суд закончился ближе к часу ночи. Журналистов на процесс не пустили. Инициатор разбирательства – Балхашская городская прокуратура. Контролеры закона сочли правомерным принудительное помещение адвоката в палату с душевнобольными пациентами. Главврач психоневрологического диспансера Эрзбек Искаков на процессе заметно нервничал. Он сообщил, что на его телефон обрушился шквал звонков от возмущенных людей, если верить, то едва ли не со всего мира. Дело получило международный резонанс. Защита Зинаиды Мухортовой называет данный судебный процесс, мягко говоря, правовым нонсенсом. Юрист неоднократно указывал, что постановление суда двухгодичной давности, на которое ссылаются балхашские законники, было давным-давно отменено, то есть его подзащитная признана вменяемой и здоровой. Похоже, в Балхашском городском суде страдают нарушением норм памяти. Судьи, вероятно, не помнят, какие решения принимались ранее. Правда, есть еще определенная надежда. Озвучить окончательный вердикт по делу пациентки правосудия Зинаиды Мухортовой лечащий судья должен сегодня вечером. Андрей Цуканов из Балхаша.